Для участия в Кубке Брестской области по плаванию своих лучших пловцов делегировали 4 специализированные спортивные школы – Кобрина, Пружан, Пинска и Барановичи, а также Брестский центр Олимпийского резерва. Для спортсменов нынешние старты – возможность показать свои лучшие секунды и отобраться на чемпионат республики. Для области это самый высокий уровень. Это Кубок Брестской области, который является отборочным для попадания в команду на участие в Кубке Республики Беларусь. Ну а Кубок Республики Беларусь, соответственно, является отбором, уже первым этапом отбора на чемпионат мира, который состоится в августе месяце. Главное условие для допуска к стартам – наличие первого разряда. Возраст значения не имеет. Поэтому для одних пловцов это проверка собственного потенциала и спарринг с более сильными соперниками, для других же – промежуточные старты для поддержания соревновательной формы. Плаванием занимаюсь лет 5-6. Эти соревнования на, ну, как бы отбор на чемпионат Беларуси, который будет в Бресте. И, ну, как бы, хочу, чтобы были большие цели, как бы, результаты хорошие. Эти соревнования больше как контрольный старт. Это отбор на кубок, который будет в следующих числах. Кубок будет проводиться у нас, так что это больше как тренировочный старт. За 3 дня соревнований пловцы примут участие в 23 дисциплинах. Завершит кубок проведение эстафеты 4 по 100 метров среди мужчин и женщин. По итогам состязаний и будет сформирована команда области, которая представит регион на республиканском уровне. Частенько бывает, что эти маленькие звездочки не видны, а потом вдруг откуда ни возьмись. Хотя откуда ни возьмись никогда не бывает. Это плоды труда, как тренерского, в первую очередь селекцию тренера. Ну а потом уже то, что тренер может сделать из этой перспективной звездочки. Следующие важные старты – Кубок Беларуси. Брест примет с 30 января по 3 февраля. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Логовкин, телекомпания «Бук ТВ».